Шахтеры добились повышения зарплаты, но не настолько, сколько просили. Сегодня аким области озвучил результаты 10-дневной работы согласительной комиссии. Напомним, после гибели горняков при выбросе метана на шахте Абайской шахтеры выдвинули 12 требований к ArcelorMittal Темиртау и 3 к правительству Казахстана. 10 дней шли споры с участием руководства ArcelorMittal Темиртау, акимата, профсоюза и самих горняков. Главный результат – шахтерам и металлургам повысят оклады на 15-17% и будут платить 13-ю зарплату независимо от выполнения плана. В будущем каждый январь будут индексировать зарплату к уровню инфляции. Также решили жилищный вопрос горняков. Акиматом было инициировано совместно от Басбанка новая программа ипотечная. Кредитование под 5%, улучшение жилищных условий для шахтеров и металлургов Карагандинской области. И шахтеры, и, в принципе, профсоюзы металлургов, Юркена горячо поддержали эту инициативу. Сегодня уже с банком прорабатывается механизм, и в бюджете 2022 года акимат Карагандинской области закладывает соответствующие средства для того, чтобы начать эту программу. Предполагается, что эта программа будет на ближайшие 5 месяцев. Компания обязалась обновить автобусы, на которых возят на работу шахтеров, и ликвидировать дефицит кадров. После сокращений на шахтах недокомплект рабочих бригад, особенно в проходке, и люди вынуждены работать за себя и за недостающих сотрудников. Это влияет и на безопасность, уверен аким. В прошлом году из-за ковида у нас были проблемы с приемом персонала. Мы ограничили прием, чтобы контролировать производство. В этом году возобновили прием. По всему угольному департаменту планируем принять почти 800 человек. Будем принимать по 100 человек в месяц, но квалифицированных людей найти не так просто. Этот ответ гендиректора аким посчитал явно слабым, ведь другие предприятия находят сотрудников. Сами шахтеры недовольны результатами переговоров. Мы просили 35%, вот, а компания ни в какую не соглашалась и пришла к этому выводу, что на 15%, то, что они еще 10% нам летом добавили, посчитали, что этого хватит нам. Цены-то выросли намного больше, чем нам сейчас добавят. Большинство ждут пенсию решения. Очень опасно и тяжело очень работать в шахте. До 63. Очень тяжело. Немногие доживают даже. Если не несчастный случай, то просто человек уже по здоровью умирает, не доживая до пенсии. Результатами работы комиссии в целом не до конца удовлетворены и в профсоюзе. Говорят, бились за каждый процент повышения зарплаты. Хотя в общей сложности за этот год зарплаты горняков поднялись на 30%. И 13-ю зарплату компания выплатит уже в декабре, на 4 месяца раньше обычного. Вопрос по снижению пенсионного возраста для горняков направили в правительство. Он требует изменения закона. К сожалению, все эти годы нас не слышали. И вот, наконец, определенные подвижки в этом направлении появились. В ближайшее время при правительстве Республики Казахстан будет создана рабочая группа, куда, я надеюсь, войдут и представители нашего профсоюза. И в течение следующего года эта рабочая группа, я надеюсь, найдет какие-то взаимовыгодные варианты по решению пенсионного вопроса для шахтеров. Вопросы по обеспечению безопасности горняков пока не решены. Шахтеры работают на устаревшем и изношенном оборудовании. В профсоюзе считают, что и в изучение и дегазацию угольных пластов компания вкладывает слишком мало средств. На переговорах руководство компании согласилось провести аудит оборудования до конца декабря и представить инвестпрограмму его обновления. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.